Откуда я взялся? Это, пожалуй, самый каверзный из детских вопросов, который вызывает у любых родителей чувство замешательства и растерянности. Всем кажется, что ребенок задает этот вопрос достаточно рано. Психологи говорят, нельзя отмахиваться. Говорить с ребенком об этом надо и на языке, соответствующем его возрасту. Вариантов много, надо ответить. Сейчас, слава богу, достаточно много литературы, которую можно вместе с ребенком подобрать, соответствующую его возрасту. Или другой вариант, если не хочется использовать книгу, то можно сказать как вариант, что папа подарил семечку маме, и теперь она, вот ты же видишь, как растет там яблочко, цветочек, там еще что-то. Вот так же и ты в животике у меня. То есть не стоит придумывать каких-либо сказок, вот, особенно если вы планируете завести второго ребенка.